Это огонек-шарик, красненький. И холодненький замораживающий шарик, девочка. Вот они встретились и спрашивают друг у друга, как у вас делишки? Ой, знаешь, все хорошо. Мне кажется, что это не так. Нужно проверить, все ли у них хорошо. Можем нажать сюда и попасть друг к другу. Так, давайте продолжим дальше. Ого, а как мне теперь до тебя добраться? Синий шарик. Так, нужно помочь ему. Наверное, мы должны нажать на этот кустик. Опля. Маленький камешек до него добрался. Ого, а как мне теперь до тебя добраться? Нужно что-то придумать. Может быть, сначала вот это уберем. Вот, смотрите, получилось. Продолжаем и не будем останавливаться. Смотрите, красный шарик качается, и мы можем успеть убрать платформу. Теперь я буду действовать немного аккуратнее. Давайте отцепим сначала вот эту верхнюю штучку. Сейчас нажмем. Попали. Ого, какая большая горка. А что же мне с ней делать? Может быть, нужно убирать шарики по одному? Так. А если я уберу самый нижний? О, сейчас вся кучка развалится. А, у нас все равно получилось. Ой, а здесь, наверное, нужно было успеть и нажать эту палочку. Не правда ли? Давай еще раз попробуем. Опля. Так, какое-то странное и сложное испытание дальше. А как мне туда пробраться? Может быть, вот этот убрать шарик вначале и этот кубик. А ну-ка, если я теперь покачусь. Ой! Мне показалось, что я попал на шипы, но теперь, я думаю, не будет ничего страшного. Ведь я знаю, что нужно делать, чтобы добраться до синего шарика. Убираем этот кустик, и теперь я попадаю к тебе. Ого, а здесь, мне кажется, будет немножечко посложнее. Нужно подумать. Может, я начну катиться и потом уберу? Получилось. Вот это уже будет посерьезней. Нужно хорошенько подумать. Нужно как-то все аккуратненько убрать. Я вижу, что верхняя палочка у нас может двигаться вот так. И теперь мы докатимся. Ну уже, давай. Эй, синий шарик. Мне кажется, что я успею до тебя добраться. Уберем вот эту штучку, и теперь мы покатимся. Катимся, катимся. Опля. Поехали дальше. Какое-то здесь большое препятствие, которое мне нужно будет аккуратненько преодолеть. Так, если мы начнем убирать вот эти штучки. Теперь уберем одну из них и оп. Ой, далеко. Далеко уехали. Так. А сейчас. Ой. Что-то нужно по-другому делать. Наверное, я сейчас упаду вот так. И теперь попробую покатиться. Ой, прям на шипы. Не так-то просто здесь все. Ой. Еще разочек. Теперь уже я знаю, что нужно делать. Ну не так же быстро. Оп. Так. Ой, почти получилось. Ну, наконец-таки, получилось у меня добраться.